познакомить через социальные сети. Нас вел его брат, точнее, познакомил. Ну, его брат приехал к своей девушке, с которой я общалась на тот момент. И вот Норик приехал вместе с ним. Ну, так сказать, познакомились мы с ней очень так интересно, через социальные сети, приехал мой брат. А потом он уже приехал в ноябре и познакомился с моими родителями. Я очень сильно переживала, но он приехал один, не побоялся, набрался храбрости, приехал, познакомился с ними. И вот, и мне как-то это прям все нравилось, то, что он решительный такой. Я ей сказал, что ты будешь моей женой, как бы у нас именно в традициях то, что руку и сердце просят у отца. Он сказал, дочку мою забирай, я ее отдам в твои руки. И так сказать, я ее забрал, и она сейчас в моих руках. Собрались с родными в ресторане. Он тогда мне сделал предложение, надел на руку помолвочное кольцо. Я согласилась. Я свою семью представляю, то, что у меня в семье будет изначально там много детей, крепкая, любящая семья. Будем ездить на всякие мероприятия, походы, проводить жизнь так, чтобы и у нас осталась память, и также родить, и также у наших детей. Я представляю свою будущую семейную жизнь спокойной, любящей, теплой, уютной. Очень хочу дочку особенно, самую первую причем. Ну, а потом уже как и будет. Ну, в любом случае, я хочу, чтобы у нас было трое детей, чтобы была большая семья у нас. И до конца жизни наши дети были горды, что у них были такие родители, и все, что им нужно было, мы им дали. Act like you know me, but you never will. But there's one thing that I know for sure. I'll show you. I'll show you. I'll show you.
I'm breathing my last breath. Feeling like I'm walking my last steps. Look at all of these tears I've wept. Look at all the promises that I've kept. Что ж, наши молодые расписались, и я могу объявить вас официально мужем и женой. Прошу к вам аплодировать. Thinking my journey's come to an end. Sending out a farewell to my friends. Five in a piece. Ask you to forgive me for my sins. Oh, would you please? I'm more than grateful for the time we spent. My spirit's at ease. Heart into your hands. Learn the lessons you teach. No matter when, wherever I am, you're not hard to reach. And you've given me the best gift that I've ever known. You give me purpose every day. You give me purpose. Ну, в общем, ну, хочу сказать, Кянкас, я тебя очень сильно люблю, ну, ценю, какая ты у меня есть, я тебя очень сильно люблю, восхищаюсь тобой, твоим характером, без тебя жить не могу, и все, что я буду дальше делать, это все посвящается тебе и нашим будущим детям. Я тебя люблю. Кянкас, я тебя очень сильно люблю, я очень счастлива, что ты появился в моей жизни, именно ты, мой самый первый и единственный, раз и навсегда. Я очень ценю тебя и хочу, чтобы мы с тобой прожили всю жизнь рука об руку, плечо о плечо. И были вместе всегда.